В ближайшее время в Чебоксарах планируют построить еще один многофункциональный центр, в котором жители Новоюжного района смогут получать муниципальные и государственные услуги в одном окне. Через 2 года МФЦ должны разгрузить работу государственных органов полностью. За справками и документами туда должны обращаться более 90% жителей страны. Реализовать эти планы в кратчайшие сроки еще в начале года потребовал председатель правительства Дмитрий Медведев. Сейчас в центральном офисе Чебоксар оказывают более 100 различных услуг. Насколько эффективно работают уже созданные окна, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. От заключения договоров на аренду лесных участков до выдачи лицензий на продажу алкоголя. Операторы многофункционального центра – универсалы с большой буквы. За каждым окном солидный список услуг. МФЦ значительно разгрузил работу чиновников. За 3 года сюда обратилось более 500 тысяч человек. В некоторых ведомствах очередей не наблюдается даже в самые пиковые часы. 5 лет назад власть опрашивала через независимые, скажем так, мониторинговые фирмы, что нравится, что не нравится гражданам в предоставлении услуг государством. Отмечено было как негативные факторы, это, конечно, большие очереди. Именно для решения вот этих проблем по стране начали строиться МФЦ. Наш Чебоксарский МФЦ был среди первых по стране. В списке топовых 12 услуг. Наиболее часто горожане обращаются в центр, чтобы получить заграничный паспорт, стать в очередь на детский сад и оформить сделки с недвижимостью. А недавно здесь начали принимать заявления от тех, кто желает получить электронную карту. Этот перечень мы намерены постоянно расширять. Сейчас идет работа по перемещению всех, абсолютно всех муниципальных услуг в МФЦ. Если в обычных учреждениях очередь возможно занять только по старинке за впереди стоящим человеком, то в МФЦ всю процедуру упрощает вот такой терминал. Чтобы встать в очередь виртуальную, необходимо выбрать категорию и распечатать талон. И дождаться, пока этот номер появится на экране. Благодаря этой системе в залах МФЦ еще никогда не было больших очередей. Специалисты обслуживают клиентов за 15 минут, а то и меньше. Для удобства горожан комфортные диваны и детский уголок. Быстрее, нет очереди. Просто приходишь, подписался, электронная очередь очень быстро. В ближайшее время здесь откроется еще 6 новых окон. И это только начало. Сеть МФЦ окутает всю республику. Большой центр по оказанию госуслуг скоро появится во Дворце культуры «Салют». Через 2 года в Чебоксарах будет действовать уже 95 окон. Их оборудуют даже в библиотеках и отделениях почты. Если эти планы удастся реализовать, то томиться в очередях за получением справок и документов жителям столицы и вовсе не придется. Менрик Ковалев и Андрей Шокрев. Республика.